Передвижная выставка, приуроченная к 130-летию со дня рождения Сакена Сейфуллина, проходит в эти дни в области Улутау. Она посвящена творчеству, государственной и общественной деятельности известного казахского поэта, писателя и просветителя. В экспозиции представлены его личные вещи и работы, которые хранятся в Жанаркинском районном историко-краеведческом музее его имени. До конца сентября организаторы планируют показать выставку в большинстве населенных пунктов региона. Это позволит реализовать главную идею проекта – популяризовать наследие Сакена Сейфуллина, говорит руководитель музея Ерболат Шубаев. Среди экспонатов выставки – личные вещи писателя – сапоги, камча, пиала, чайник, а также чапан. Его в дар музею передала родственница Сакена Сейфуллина. Посетители смогут узнать много интересного о жизни и деятельности поэта-просветителя. Ведь он внес неоценимый вклад в национальную культуру, литературу Казахстана, был настоящим патриотом и достойным примером для казахстанцев.